Здравствуйте, меня зовут Шейфель Аиша, и сегодня я вам представлю свой проект породы собак-лабрадор. Цель – дать информацию о породе собак-лабрадор. Задача – провести наблюдение за своим питомцем, изучить общую характеристику собак, изучить энциклопедическую и художественную литературу, проанализировать все данные, сделать выводы, предметные области, затронутые на этом проекте, окружающий мир, оборудование, фотоматериал, ПК, организация деятельности индивидуальная. Барни – пес породы лабрадор. В переводе с португальского лабрадор означает трушник. Их так прозвали за удивительную работоспособность. Барни – самый дружелюбный и веселый питомец. Лабрадор – одна из самых популярных пород собак. Эта порода была выведена в качестве рабочей собаки, и многие лабрадоры сейчас используются в качестве поводырей и спасателей. Порода берет свое начало на восточном побережье Канады. Там лабрадоры помогали своим хозяинам ловить рыбу. Возможно, это и объясняет любовь лабрадор к воде. Крепкого сложения, взбитый, энергичный пес. Высота 54-56 сантиметров. Вес 25-45 килограмм. Окрас равномерный, черный, светлый или шоколадный. Лабрадор признан идеальной семейной собакой. Лабрадоры умны и добры, отличаются преданностью своему хозяину и спокойным характером. Они энергичны и общительны. Каждый день им необходимы долгие прогулки и активные игры. Твой питомец будет терпеливо ждать тебя из школы для вечерней прогулки, а выходной с удовольствием отправится с тобой в путешествие на машине или на лодке, искупается с тобой в реке. Лабрадор был выведен как рабочая собака, а сегодня используется в качестве охотника, поводыря и спасателя. Лабрадор – прирожденный пловец. И благодаря водонепроницаемым свойствам шерсти способен работать даже в ледяной воде. Лабрадора нередко используют и в качестве полицейской собаки. Умный, сообразительный, уравновешенный пес. Мотивирован на работу не злобой и длительными тренировками, а исключительно своей преданностью людям. Таким образом, я считаю лабрадора лучшей собакой и настоящим другом. Они очень красивые и обладают прекрасным характером. Спасибо за внимание.